Сегодня заказан новый каркас, будет новые речки, новенькое все то, что надо. По этому же подобию, только мы сделаем ее выше, увеличим крышу дальше, и будет она такая еще более красивая. То есть она еще более будет больше. Там у нас две комнаты. Мы эти две комнаты, эту дверь внутри мы уберем. Эти две двери, они были закрыты, они уменьшили. Маленькая была у нас эта арочка. Сегодня мы ее делаем на всю. Среднюю дверь убираем, вот те две двери оставляем, закрываем, чтобы могли артисты выходить, чтобы их не было видно такой фальш стеночкой. И ремонтируем, делаем капитальный ремонт этих двух комнат. Полностью здесь плиточка будет положена. Будет полностью заменено все, внутри будет сделано USB, все обито для того, чтобы не фанило, а сверху будет металл. Здесь будет полностью аж до дерева будет уложена плиточка, фэбочка, и сверху много-много лавочек. Очень сколько поместится лавочек, столько и будет. То есть мы сегодня вот делаем, возвращаем эти вот концерты, которые были каждый день, весной, осенью, летом. Поэтому сегодня мы планируем сделать это, ну, где-то за 2 месяца планируем. Хотим уже, чтобы летом здесь была уже новая площадка. И как это была, мы назвали ракушка, так она ракушка и остается. И за ракушкой, для того, чтобы артисты там не вымазывались, тоже за ракушкой плиточку положим. По бокам ракушки положим плиточку, сделаем здесь красиво. Водопонижение. Вы видите, сегодня уже мягко воды. Водопонижение положила в трубу. Понижение на 30 сантиметров. Я хочу сказать, сегодня это достаточно. Там где-то писали о том, что ой, что там они 30 сантиметров. Сегодня просчитали достаточно. Надо будет меньше, мы еще получим. Мы сегодня максимально сделали уже понижение, водопонижение вот на той части, где мы сейчас пойдем, я вам покажу, где будет у нас уже для проведения мероприятий городских, а здесь будет для наших стариков, для наших молодых, для всех. Я думаю, я когда говорю, все понимают, что здесь была когда-то площадка для мероприятий. Также мы, я вам обещала о том, что мы перенесем сцену с площади в парк, для того, чтобы большее количество людей, чтобы людей привлечь сегодня отдыхать в парке. То есть здесь все будет выровнено. Сегодня уже вы видите, что уже здесь машина заезжала и нормально, а уже сегодня она уже заезжает, и мы уже не влезаем сюда. Здесь будет на полметра выбираться это все, засыпаться песком, песок, это как фильтр, он будет пропускать воду, проблем у нас не будет под этим. Сверху будет еще подушка и будет выложена плиточка, как по улице Сокола. Мы планируем это сделать, начать, по крайней мере, в этом году. И максимально в этом году сделать. Если получится на этот новый день города, значит получится. Не получится, значит на следующий точно получится. Какая цель? Почему именно сейчас мы приняли решение забрать с центра сюда эту сцену и сюда перевести людей? Хочется сюда людей завести, чтобы люди начали здесь отдыхать. Ровно через неделю после субботника мы закрываем здесь парк, не пускаем ни одного человека. Полностью обрабатываем от жучков. И через 5 дней пускаем людей, люди здесь отдыхают, и мы реально знаем, что здесь каждый человек может ходить и не переживать, что у него что-то где-то останется. И, скажем так, здесь площадка намного больше, чем на площади, и здесь будут туалеты, не будет никаких вопросов, будет на 3 человек мужской туалет, на 3 человек женский туалет, он будет цивильный, он будет с водичкой. Будет такой, как надо, что люди пришли, и мы не будем волноваться, что у нас там все подъезды обгажены и так далее. Мы сегодня так ставим сцену, чтобы эхом не отдавалось дома. Но я думаю, что это не такая уже большая проблема, если мы будем проводить всего 5 раз там в год эти мероприятия. Мы хотим сегодня с площади сюда вывести и все, кто предлагает там на машинках кататься и так далее. Реально сегодня парк в наших руках. Мы должны его сегодня сделать. А что-нибудь у нас рабочее в карусели? Все рабочее. В карусели все наши рабочие.